Всем привет! Это мой заказ по каталогу номер 5 Oriflame. И давайте подробнее. Прежде всего, это вот такие вот очки. Очки классической формы, точнее, скажем, такие трендовые очки, интересные. Здесь в горошек. Интересный такой дизайн. Чехольчик в горошек. Как раз мне они будут под платьишко новое. Я купила... Такая, знаете, 60-е а-ля горошек. Вот. Идет шарфик. Тоже шарфик чуть попозже разверну. Интересный. Красиво драпируется, смотрится. И весело будет смотреться весной. По распродаже случайно заметила вот такую вот сумку. Здесь эко-кожа, мягкая. Вот такой вот кармашек, который, в принципе, настоящий кармашек. Туда можно что-то положить, наверное, там мобильный. Нормальненькая такая сумочка. Ну, то есть, вот я взяла ее ходить в магазин. Так быстренько туда кинуть даже фруктики, молоко, что-нибудь такое, да, продукты. И не бояться, что что-то испортится. Такая, знаете, для каждодневного применения. По рекрутинговой кампании за первый квартал можно было выбрать подарки. Я выбрала дорожную сумочку. Сейчас лечу в Питер. Такая, знаете, красивая, интересная. Наверное, там будет восхитительный еще и чемодан по этой акции. Тоже скоро у девочек в обзорах посмотрите. Что еще? Также в подарок я получила набор Элео. Восхитительный набор. Это как ресторан для наших волос. Шикарный. Пользуюсь им не каждое применение. Где-то 1-2 раза в месяц, чтобы волосы действительно получили такой, знаете, эффект вау. Эффект салонной процедуры. Восхитительная серия. Краска для волос докупила себе подкрасить корни. Так, ну, в принципе, на мою длину волос уходит где-то 3 пачки. Что здесь? Траншея, спрей дезодорантов для меня, моего же и его друзей, потому что мой муж военный, и сами знаете, что все-таки гигиена должна быть превыше всего, и ножки. Ну, я не знаю, как ваши мужчины, но мой муж очень любит за собой ухаживать, и как бы дезодоранты, туалетные воды, все это у нас льется, выливается рекой. Да, в принципе, наверное, как у меня туалетные воды. Что для себя заказала еще? Тушь новиночка. Сейчас попробую открыть одной рукой, как показать вам щеточку. Вот, ой, тяжело вынимать. Вот, моя помощница сейчас ушла, Маришка. Щеточка, не знаю, не сфокусируюсь я щетинками. Довольно-таки хорошо прокрашивает. Действительно, сразу дает быстрый объем. Вот, может быть, здесь будет лучше. Вот, посмотрите, да? Действительно, дает быстрый объем. Очень насыщенный черный пигмент. Хороша тушь. Думаю, сейчас я буду пользоваться. В принципе, я очень люблю наши рекламовские туши. Пользуюсь разными, знаете, под настроение. Это вот как, например, сегодня я одела одно платьишко, завтра другое. Сегодня с утра мне нужен один эффект. Завтра мне нужен, или вечером мне нужен другой. Да, конечно, я сейчас закрыла, подкрасила то, что у меня было. Эффект не совсем тот, который бы я хотела, потому что именно на уже накрашенной реснице, сами знаете, что это делать нельзя. Вот, ну, так мне понравился эффект. Карандаш Giordani, класса люкс, производство произведено в Италии. Тоже, наверное, не сфокусируется. Это я уже стирала. Коричневый пигмент. Не покажу вам, но неудобно будет себе самой сейчас нанести. Чуть поярче оттенок. Чуть-чуть пробовала его также на брови. Конечно, темноват. Но как вот, знаете, именно темно-коричневый вместо черного карандаша, в зависимости от того, какой вот насыщенности макияж, он будет хорош. Не буду показывать, это корректор для век. Ну, как бы щеточки это так. Понятно, ежедневное. Ну и, конечно же, wellness. Wellness, куда же без него. Что-то из этих продуктов мне пришло бесплатно, не помню, то ли коктейль, то ли витамины, может быть, и два продукта, не слежу за этим, каждый четвертый каталог продукт приходит в подарок. Ну, я думаю, что вы во всех каталогах у меня его видели. Так, как смотрятся очки? Даже не знаю, как вам себя показать, как я буду смотреться, потому что в отличие от перископа, я только показывала обзор, я не могу переворачивать камеру. Видно, надеюсь, меня так.
очки классической формы. В принципе, да, хороши, мне кажется, будут под любой тип лица. Ну и, ах, наверное, нет, не покажу. Или если даже развернуть шарфик, да, он достаточно широкий, достаточно большой. Видите, его можно как золотистыми горошечками формировать, драпировать, так и вот этой стороной, в принципе, будет смотреться интересно, что так освежит любую вашу одежду. Ну, в принципе, это все. Очень прошу вас поставить лайк, мне это очень важно, это вдохновляет меня на новые видео. Все, всем пока-пока, успехов!